Когда-то, приблизительно 11 тысяч лет назад, на Земле существовали или проживали динозавры. Это такая цивилизация, более развитая и более умная, чем человек. Люди тоже были в это время. Ходили по планете, бегали. Они их боялись, люди. Хотя динозавры и пытались с человеком не контактировать, никак их не обижать, но человек-то боялся. Динозавры были самостоятельные, большие, умные. А если ты маленький человечек, ты всегда боишься большого существа, большого зверя. Мы убиваем таракана, паучка, комара. Они маленькие, но нам кажется, что они нас кусают или могут укусить. Мы убиваем насекомых из-за страхов, что они нам причинят боль какую-то. Так и человечество убило всех динозавров, так как боялось их. Динозавры защищались. А как можно защищаться? Защита, нападение. Убивали тех, кто на них нападал.